Привет, 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 друзья! Это я, Юрита. Я сегодня вышла к Букингемскому дворцу показать вам, сколько у нас тут туристов. Нисколько. Вот, смотрите, площадь вокруг дворца, которая постоянно заполнена до отказа. В нормальные дни, посмотрите, пусто. Видите, никого. Мы сейчас с вами пройдем вокруг Букингемского дворца. Я вам покажу центральный вход, где кто заходит. И покажу Букингемский дворец с тылу, которую никогда никто не фотографирует и не показывает. Сделаем видео такое минут на 5, чтобы было интересно, да? Вот, смотрите. Вот эти вот ворота дальние дворца, это для гостей. Когда здесь устраиваются во дворце мероприятия, приглашенные гости заходят вот через те ворота, заезжают. Вот эти центральные ворота для королевы, для королевских экипажей, для музыканты, да, когда идет утром смена караула. Тогда через эти ворота заходят музыканты. Также по праздникам, когда выезжает процессия, выезжает она отсюда, из центральных ворот. Вот эта вот площадь, она, в принципе, она пешеходная. Она закрывается только тогда, когда идут королевские мероприятия. Хочу обратить ваше внимание на цвет асфальта. Видите? Красные камни. Это специально сделана дорога красного цвета красными камнями, чтобы показать, что она для королевского выезда. Все королевские, все дороги, по которым проезжает королева, они выложены вот красными камешками. Видите, вот разница между асфальт простого цвета, дорога красная. Вот что у нас тут после карантина обновилось, я вижу. Охрана дворцовая также стоит в красных мундирах. А что нового? Нового вот полиция стоит на этой стороне теперь тоже. Раньше она стояла только там, на центральном входе, вот на том периметре ворот. Теперь вот здесь я вижу трех полицейских с боевым оружием. Но при этом, смотрите, королевский магазин уже открылся. Вон охрана стоит, вот съемки со двора. Мусорная машина, видите, убирает. Вот для нее открыли ворота, вот она выезжает со дворца, мусорник. Все, машина уехала, ворота закрываются. Ну вот, ребята, сейчас мы повернем за угол. Ну вот, смотрите, вот площадь, которая всегда заполнена туристами, просто как горох их тут. Видите, она пустая. Нету никого, ничего. Это говорит о том, что Лондон для туристов пока пустой, хотя карантин в аэропорту сняли 7 числа, 4 дня назад. Посмотрите.
Такого не было никогда, потому что такого просто не было. Сейчас мы с вами обойдем дворец по кругу. Будет короткий, сделаем ролик на 7 минут, чтобы вас не утомлять. Захотите, потом посмотрите. Спасибо большое всем, кто помогает мне научиться правильно, качественно снимать. Я следую вашим указаниям и пытаюсь практиковаться, да? Вот мы сейчас с вами, видите, обходим дворец с тыльной стороны. В общем-то, здесь начинаются уже, знаете, такие, где работает королевская почта, где королевский магазин, где продаются кассы билетов. Там вот дальше, сейчас я поверну камеру, там вот дальше можно видеть дом впереди. Это королевская прачечная, столовая. Ну, имеется в виду, не где королева кушает, а где еду готовят. Вот внутри можно посмотреть машины. То есть работники, видите, приехали на работу. Вот такое количество людей здесь работает. Это, собственно, целая фабрика, что ли, да? Они на туристах зарабатывают очень большие деньги. Здесь проходят в Букингемском дворце экскурсии. Здесь есть магазин. Здесь государство в государстве, собственно говоря. Охрана. То есть не все так просто. Ну, собственно, вот. Королевская галерея Букингемского дворца закрыта на данном этапе. Ну, вот. Пока-пока.